Здравия, мои дорогие зрители и читатели! 100 сонетов на жизнь Донны Лилии. Сонет 56. Кот-поэт. За кошкой кот гонялся. Лишь несколько минут схватил ее, обнялся. Слова излишни тут. Поэт за дамой строгой годами мог ходить, чтоб в мыслях хоть немного с ней близость ощутить. Душе совсем не важно, чье тело получить, она летит отважно, ей Бог велел любить. Познаю телом и умом тебя в обличии любом. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. 100 сонетов на жизнь Донны Лилии. Сонет 56. Кот-поэт.